Концерт по мотивам балов в Царско-сельском лицее. Свой день рождения в торжественной обстановке в Центре культуры и отдыха отмечает одно из самых титулованных и престижных учебных заведений региона – лицей номер 21. В зале собрались учащиеся школы, выпускники, педагоги и ветераны. Очень символично, что в это время Царско-сельскому лицею исполняется 205 лет, а нашему любимому лицею – 25! Можно им аплодировать! Спасибо! 21-й лицей можно назвать визитной карточкой города. В него приглашают почетных гостей. Бывал здесь даже министр образования страны. На примере учебного заведения демонстрируют новинки в учебном процессе. Выпускники лицея с 2006 года по статистике показывают лучшие результаты по ЕГЭ. Это лучшее учебное заведение 2012, 2014, 2015 годов. Ну что ж, против истины не попрешь. Друзья, мы лучшие. Браво, 21-й лицей. На сцене ЦКИО персонажи пушкинских произведений. Звучит классическая музыка и стихотворные строки. 21-й лицей, хоть и молодое учреждение, гордится традициями и продолжает курс, взятый другими подобными школами. Со времен Российской империи лицей считается привилегированным учебным заведением. С жизнью лицея очень много что связывает. Моя бабушка преподавала в этой школе. Учился здесь тесть, потом супруга, сегодня учится сын. Поэтому лицей действительно стал родным. В адрес учеников и педагогов прозвучало много поздравлений и напутствий. Учебному учреждению желали созидать и развиваться. А чтобы этот процесс был материально подкреплен, первые лица города от администрации и думы подарили лицею денежный сертификат. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.